Прежде всего, моему Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Омишна Пад Аштата Рашата, Шри Шримат Бхакти Шри Рупи, Сидханте Госвами Махараджу, я предлагаю бесконечные саштанга Дандават Пранамы, склоняясь к его лотосным стопам, также моему Шикша Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Омишна Пада Аштата Рашата, Шри Шримат Бхакти Веданте Шрили Нарайне Госвами Махараджу, я предлагаю бесконечный саштанг Нандават Пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также прошу всех вайшнавов и вайшнави принять мои поклоны Пранамы. Харе Кришна. Мы слушали катху о Чайтанье Махапрабху, а именно о том, как он постепенно рос и являл свои лилы. Ранее мы уже обсуждали, как Чайтанья Махапрабху плакал до тех пор, пока вокруг него не начинали повторять имена Господа. Как его не пытались успокоить, он плакал громче и громче, пока женщины не начинали восклицать «Хари Бол, Хари Бол», повторять имена Господа. Лишь тогда Махапрабху переставал плакать. Учение этой лилы следующее. Мы будем плакать в этом материальном мире до тех пор, пока не примем прибежище у святого имени Господа. Именно благодаря святому имени Господа мы избавимся от всех страданий. Ачютананда Говинда Намачарана Басита. Цитата. Нашьянти Сакала Рога, Сакала Духа. Имя Господа помогает нам избавиться от всех рог, болезней и духа, печалей, от всего неблагоприятного. Это достигается благодаря повторению имен Всевышнего. Поэтому Махапрабху, чтобы установить эту истину, явил данную лилу с плачем. Махапрабху в детстве являл также еще одну замечательную игру. Он сидел на большой змее. Есть разные змеи, например, желтые. Ее называют Джати Сарпа. То есть один из видов змеи. Такая змея не кусается. Однажды такая большая змея заползла. В это время Махапрабху был еще малышом. Он подполз к этой змее, а змея свернулась кольцами, чтобы стать повыше. И Нимай залез на нее. Начал сидеть на змее.
Когда люди увидели, что Нимай сидит на змее, они очень испугались, начали сказать «Хай-хай! Не дай Бог, Нимая эта змея ужалит!» Эта змея была необычная, а сам Анантадев. Это Ананта-наг, ложе, на котором Господь отдыхает. Но когда Анантадев заметил, что люди пугаются его, не видят его истинную природу и думают, что он обычная змея, которая может ужалить Нимая, Анантадев, осознав это, уполз. Вриндаван Дас Такур описывает благо, которое мы получаем, слушая эту лилу, как Махапрабху сидел на Анантадеве. Говорится «Кала вьялам мукхаграсам траса нирнасахетаве». В Падмапуране приводится эта шлока. В ней время сравнивается со змеей, то есть кала. Время подобно вьял, подобно змее, потому что так же, как змея жалит, время постепенно подползает к нам и жалит. Разве кто-то может спастись от змеи? Нет. Когда змея проглатывает кого-то, уже ее жертва наружу не выберется. Постепенно змея будет все глубже и глубже заглатывать ее и переварит. Невозможно выбраться из пасти змеи. Настолько она опасна. Например, если змея проглотит мышку, крысу, все. Мышки, крысы, конец. Она уже не выберется из пасти змеи. Подобным образом, время подобно змее, которая жалит, поглощает все. Но кто может спастись от укуса этой змеи? Кого она не поглотит? Тасьярдхе Ядкшано Нита Утамашлока Вартая. Тех, кто слушает Харикатху. Ведь то время, которое мы посвящаем духовной практике, не сокращает нашу жизнь. Поэтому те, кто слушают Катху, в том числе повествование о том, как Нимай сидел на змее, не будут ужалены всепоглощающим змеем времени. Такое благо мы получаем, слушая эту божественную игру Господа. Вчера мы слушали о том, как Шриман Чайтанья Махапрабху во время Ручи Парикши, определения наклонностей, обнял Шримад Бхагаватам, выбрав именно его среди других предметов. Почему? Апара Самсара Самудра Сетум Ваджамахе Бхагавата Сварупам. Ведь именно Бхагаватам — это тот мост, по которому можно пересечь бескрайний океан материального существования. Пересечь Бхавасагар, то есть океан мирской жизни. Что представляет собой Бхагаватам, Сарва, Веда и Тихасанам, Сара, Сарам, Самудхритам? Бхагаватам — это суть всех вед. Также говорится «Артхаям, Брама, Сутраям, Баратартха, Венернаят». Цитата. Бхагаватам — это «Артхаям, Брама, Сутранам». То есть значение Веданта Сутры «Баратартха, Венернаят». Махабхагаватам является сутью, подтверждением Махабхараты. Гаятри Баша — смысл. Гаятри, Брама Гаятри, излагается также в Бхагаватам. Поэтому Бхагаватам — это особое писание. Татра Самрита Триптасья Нанятра Сьятра Ратиквачит. Тот, кто отведает нектарный вкус Бхагаватам, не будет уже привлекаться другими священными писаниями. Есть много фруктовых соков, например, очень вкусных, но Бхагаватам обладает трансцендентным, несравненным вкусом. Тот, кто вкусит нектар Шримад Бхагаватам Катхи, уже не будет привлекаться ничем другим. Поэтому Махапрабху и обнял именно Шримад Бхагаватам. Этим он показал, что если мы хотим обрести благо, что нужно делать? Нигама Калпатаро Калитам Фалам. Цитата. Если мы хотим обрести подлинное благо, нам нужно вкушать нектар Шримад Бхагаватам. До каких пор? До тех пор, пока мы не потеряем сознание, а затем, когда придем в себя, также продолжить слушать Шримад Бхагаватам. Говорится Мухуру Ахо, это означает пунах-пунах, то есть снова и снова нужно внимать Шримад Бхагаватам, то есть постоянно слушать, изучать данное писание.
Поскольку Бхагаватам обладает такой славой, Махапрабху во время Ручи Парикши определения наклонности выбрал и обнял именно Шримад Бхагаватам. Какие лилы Махапрабху еще являл, когда был маленьким? Раньше было правило, что когда происходили важные события, люди собирались вместе и собирали и совершали киртан. Например, когда свадьбы устраивались. Рядом с нашим храмом есть дом. Когда там происходила свадьба, все маты, все женщины садились и совершали киртан, потому что таково правило до свадьбы воспевать имена Господа. Во Врадже любое действие сопровождается воспеванием имен Господа, потому что имя Господа Мангала Бавана приносит все благоприятное, и Амангала Хари избавляет от всего неблагоприятного. Поэтому любое начинание следует сопровождать воспеванием имен Господа. Например, если перед свадьбой воспевать имена Господа, то супруги будут жить счастливо, не ругаться, не разведутся. А сейчас все наоборот. Во время свадьбы что делают? Употребляют спиртное, слушают дурную музыку, танцуют под нее. Поэтому и брак несчастливый. В последующем он распадается из-за многочисленных ссор. В моей деревне я видел, что свадьбу сколько праздновали? 7 дней. 7 дней праздновали свадьбу в моей деревне. Почему? Потому что перед свадьбой нужно было посетить мандир, храм. Затем также продолжалось празднование в течение 7 дней. Муж и жена посещали брахмана, повторяли мантры, следовали многочисленным правилам и предписаниям. Каждый день в течение этой 7-дневной процессии были свои предписания. Кроме того, как сам брак заключался? Не по своему собственному усмотрению. Например, если какие-то семьи дружили, они договаривались. У вас есть дочь, у нас сын. Когда они подрастут, мы устроим их брак. Эти семьи были дружественны, поэтому они договаривались о браке. Благодаря этому с самого детства ум девочки и мальчика был устойчив. Они понимали, о, это мой будущий супруг или моя будущая супруга. Они уже не заглядывались на других. Ведь в сердце они уже приняли девочку или мальчика как свою, соответственно, будущую супругу или будущего мужа. Но сейчас очень сильно влияние западной культуры. Она абсолютно разрушающая. Например, одна из девушек, когда посетила наш храм, спросила, сколько вы в браке находитесь? В Индии ведь один раз выходят замуж, поэтому ей ответили 50 лет. Другая женщина ответила ей 30 лет. И девушка из западных стран спросила, и вам что, не надоело? Как вы, 50-30 лет с одним мужем? Настолько поразительные ее речи. То есть западные люди даже не понимают, как можно столько лет жить с одним человеком. Ведь у них принято по-другому. Какая-то ссора. Все, вещи собрал, до свидания. Разъезжаемся. У них даже бюджет не общий. У женщины свой бюджет, у мужчины отдельные деньги. Садхгуру спросили, какая свадьба, какой брак лучше, в Бхарате, в Индии или в западных странах? И он привел следующий пример. Сколько, что в Индии браки как устраиваются? Еще с детства. А в западных странах можно просто, по сути, в гостинице пересечься, провести вместе 10-15 минут, и это что, скрепит отношения на долгие годы? Это подобно попыткам соединить два камня без цемента, без соединяющего материала. Такие отношения не будут прочными. Поэтому и постоянно меняют партнеров в западных странах. Одного оставляют, второго оставляют и так далее. Итак, поэтому в Навадвипе все маты, все женщины собирались вместе, проводили киртан, воспевали имена Господа. А Махапрабху
очень красивый, начал показываться, ходить по разным домам. Детей и так все любят, а это сам Бхагаван, необычайно привлекательный, поэтому его угощали сладостями, в том числе сандешем. Кушали сандеш в Бенгале? Очень-очень вкусная сладость в Бенгале. У других сладостей не такой вкус. Очень вкусный. Расагула тоже вкусная. Чанапар – другая сладость. И куда бы Махапрабху ни приходил, в каждом доме ему давали сладости. Но Махапрабху сам их не кушал. Он их сохранял. Для кого? Для тех женщин, которые совершали киртан. Махапрабху шел к ним. Мата, его женщина, спрашивали его: «Нимай, зачем ты пришел?» Махапрабху отвечал: «Вы разве не звали меня?» «Что значит, мы тебя звали? Что ты имеешь в виду?» Киртан, что представляет собой? Воззвание к Господу. Цитата из Баджана, когда девушка поет: «О, Гопал, приди, подари мне свой даршан». Киртан — это там, где присутствует сам Господа. Мат Бхакта Ятра Гаянти, Татри Циштвами Нарада. Сам Господь признался Нараде, что Он там, где Его преданные совершают киртан. Поэтому, поскольку женщины звали Его своим киртаном, Он угощал их сладостями. Учение Лилы следующее. Махапрабху будет одаривать сладостью тех, кто воспевает Его святые имена. Так каждый день Махапрабху ходил по разным домам и дарил сладости. То есть сначала он их собирал, ему давали бананы, сладости, сандеш, а потом раздавал их своим преданным, которые совершали киртан. Потому что те, кто воспевают имена Господа, обретут сладость в своей жизни. Также Господь обещал: «Анани чинтаянтамам яджанаха париопасата». Цитата. Кришна сам дал обет: «Те, кто Анане исключительно поклоняются мне, обретут все необходимое. Я на своей голове принесу все, в чем они нуждаются. Кроме того, как стражник, я буду стоять у врат, у дверей в дом своих преданных и охранять то, что у них имеется». Так Махапрабху являл свои чудесные сладостные лилы. Ранее было принято. Что когда ребенок рождался, в течение 21 дня никто не ребенка не выносили, потому что это был период нечистоты. Ребенок был рядом со своей мамой, она заботилась о нем. Это был период, в течение которого ребенка не выносили. Кроме того, принято, что не только 21 день, но и 4 месяца ребенка не показывают никому постороннему. Итак, мы послушали о том, как преданные совершали киртан имен Господа, а сейчас рассмотрим, как Господу дали имя. Кришне дал имя Гаргачарья. Он поведал о его предыдущих рождениях и с учетом положения звезд, созвездий, времени рождения выбрал имя. Так принято у нас в Индии, потому что все наши правила имеют под собой глубокое научное обоснование. Например, имя выбирается как? С учетом звезд, с учетом положения созвездий, времени рождения, потому что они оказывают влияние на ребенка. Имя не просто тинки-пинки, то есть как собачьи клички, а нарекают именами, именем Господа или его преданного, или преданной, согласно времени рождения, положению звезд и созвездия. Ведь если у ребенка
имя Господа или преданного, и мы повторяем это имя, а ребенок слышит, мы обретем благо. Подобным образом гороскоп учитывается при вступлении в брак. Сначала сравнивается гороскоп возможной невесты и жениха, чтобы понять, смогут ли они жить вместе счастливо. Нужно сопоставить их гороскопы и понять, брак будет счастливым или нет, чтобы они, супруг и жена, смогли всю жизнь жить в блаженстве. Почему сейчас так не происходит? Потому что партнер выбирает по своему усмотрению. И начинается с того, что «I love you», «Я люблю тебя», потом «I leave you», «Я оставлю тебя», потом «Я I kill you», «Я убью тебя». И заканчивается все разбирательством в суде. Потому что мы позабыли наставления, которые риши мудрецы дали в наших шастрах, в священных писаниях. Поэтому неблагоприятное входит в нашу жизнь. Нилабара Чакраварти — это кто? Это отец Шачиматы. А Шачимата — отец Нимая, то есть дедушка Нимая по материнской линии. Он родился в брахманической семье и был очень сведущ в астрологии. Необычайно ученым мужем. Махапрабху дали разные имена. Какие? Нимай. Почему? Нимай — это имя, которое выбрали женщины. Ведь до Махапрабху у его матери умерли 8 дочерей. Поэтому решили дать горькое имя, Ним Горький, чтобы оно, как оберег, защищала ребенка. Вторая причина. Господь явился под деревом Ним, поэтому его назвали Нимай. Также ему дали второе имя, Вишвамбара. Почему? Причина следующая. Перед рождением Махапрабху вся Навадвипа расцвела, покрылась цветочками, плодами. Почему? Ведь сам Господь должен был не зайти в Навадвипу. И она готовилась, чтобы приветствовать ее, его, своего Прабху, господина. Подобным образом, до рождения Кришны, весь врач расцвел. Джайта Тетхика, Джанмана Враджа. Врач — это обитель игр Лакшми Деви, богини процветания. Всего было в избытке во враче. Поэтому, благодаря своему рождению, Махапрабху проявил великолепие Навадвипа, она расцвела, поэтому вы назвали Вишвамбара. Второе значение. Когда религия приходит в упадок, Ядайда Хидхармасия, цитата, а безбожие воцаряется, Господь нисходит в этот мир. Ради чего? Паритраная садхуна виношая чадушкритам, чтобы защитить праведников и покарать злодеев. Ради этого Господь нисходит в этот мир, чтобы поддержать, защитить своих преданных. Поэтому его также называют Вишвамбара. Весь мир он поддерживает и защищает. Еще одно значение, почему Господь называют Вишвамбара, самое сокровенное и главное. Он поддерживает мироздание Вишва благодаря Кришна-преме, Кришна-наме, Кришна-бхакти. То есть самое главное не материальное процветание, а духовное, которое дарует Господь. По этим причинам его назвали Вишвамбара. Когда Махапрабху подрос, он начал ползать, а затем ходить. Так же, как все дети. И он начал ходить по дому, естественно. И что произошло? Сабхакхара Декхи Апарупа Пада Чина. Цитата. На стопах Господа есть отпечатки, есть особые знаки, которые свойственны только Ему. Поэтому, когда Махапрабху ходил, он оставлял отпечатки стоп, украшенные знаком чакры, диска, падмы, лотоса, дваджи, флага, анкуша, стрекала и другими благоприятными символами. Кроме того, когда он ходил, даже хотя у него не было ночных колокольчиков, раздавалось сладостное звучание «чам-чам-чам» Нупура, ночных колокольчиков. Его родители поражались, откуда эти звуки
и благоприятные символы. Наверняка наше божество Шалаграма ходит по нашему дому. То есть божество наше домашнее гуляет в нашем доме. Поэтому, когда Джаганнатха Мишра, отец Немая, увидел эти отпечатки пальцев, он сказал своей жене Шачимати, то есть матери Немая, «Супруга, мы больше не родимся в этом материальном мире, ведь сам Господь ходит в нашем доме». Родители Немая не понимали, что это отпечатки стоп не Шалаграма, а их сыночка Немая. Они думали, что божество домашнее ходит в их доме и считали себя благословенными тем, что благодаря этому они не родятся более в этом материальном мире. Что тогда сказал Джаганнатха Мишра? Мишра Боли Шуна Вишварупара Джанани. Ранее было принято, что супруги не называли друг друга по именам. Было такое раньше у нас в Индии? Нет. Напрямую по именам супруги друг к другу не обращались, как называли. По имени старшего сына. Например, Вишварупа Джаганнатха Мишра здесь говорит «Шуна Вишварупара Джанани». «Шуна, слушай, Вишварупара Джанани», то есть мать Вишварупы, ведь старшего сына Шачи Мата звали Вишварупа. Соответственно, к мужу тоже обращались. Отец такого-то, имя старшего сына. Напрямую не обращались по именам муж и жена друг к другу. Такова культура в Индии. Не было это принято. У одной женщины был супруг по имени Кришна. А она повторяла же Харе Кришна Махамантру и, получается, воспевала имена Кришны. Почему? Ну, потому что это святое имя. Там она Кришну упоминала, имеется в виду не имя своего супруга. Наш главный супруг кто? Это Господь Кришна. Он Парампати, наш главный пати, владыка, супруг. Наш Асли пати, то есть настоящий супруг. Почему же тогда мы повторяем напрямую его имена? Потому что таково указание самого Махапрабху. Ведь что Махапрабху сказал? Он произнес Махамантру, и затем Махапрабху добавил «Прабхупкохи кахилами эй Махамантра». Цитата. Махапрабху произнес Махамантру и сказал, «Я дал вам эту Махамантру, повторяйте ее. Благодаря этому вы обретете сарва-сиддхи, все совершенства». В особенности, под этим подразумевается Бхагават-према, достижение Господа. Согласно прямому указанию Господа, мы повторяем его имя, призываем его напрямую. То есть упоминаем его имя прямо, а не косвенно. Поэтому Джаганнатха Мишра попросил Шачимату приготовить кхир на чистом ги, топленом молоке. Ведь сам Шалаграма сегодня ходил в их доме, сладостно позванивал своими ножными колокольчиками, поэтому для него попросил Джаганнатха Мишра приготовить сладкий кхир для их божества. Раньше кхир сладкий рис готовили не каждый день, а только по особым праздникам, а у нас в храме каждый день кхир для божеств. Поэтому приготовили замечательный кхир и предложили его Господу. Также мы слушали о чем, как благочестивый браман, который странствовал по Индии, пришел в дом Махапрабху, и Господь одарил его своим даршаном. Сказал, «Ранее я был гопалом, а ты, о браман, также приходил в мой дом Нанда Бабы. Тогда я также представал перед тобой. Сейчас я, тот же самый Кришна, предстал как Чинандана Гаура Хари». Господь даровал ему даршан, представ в восьмирукой форме. Что он держал в своих руках? Гурудев спрашивает преданных. Камандалу Господь не показывал. Это он показывал, когда представал в шестирукой форме перед Сарвабхаумом Бхаттачарьей. А здесь он что держал? Шанкху, Гада, Падма.
То есть он держал лотос, булаву, диск, раковину в одной, это четыре руки. В пятой руке он держал горшочек с маслом, в шестой руке он ел масло, а еще двумя руками он играл на флейте. Махапрабху подарил этот дарчан. Как это произошло? Браман предлагал Бхогу, повторяя Гопал-мантру. Махапрабху пришел и сказал, ты меня зовешь. Ведь когда мы повторяем Гопал-мантру, зовем кого? Гопала. Потому что Браман не понимал, почему Нимай раз за разом приходит. И Господь сказал, ты же зовешь меня. И после этого он проявил свою восьмирукую форму. Как это описывается в читании Бхагавата? Заикшана деки випра парама адбхута. Цитата. Апурва кадамба врикша деки заикхана. Цитата. Браман увидел и самого Господа, и Вриндаван. Врикша, деревья кадамба, услышал, как кукушки кукуют, а павлины говорят кека. Гопа-гопи габхи-гана. Цитата. Брама увидел также Вриндаван во всей его красоте, как Кришна пасет коров. Со всех четырех направлений он увидел божественный, красивый Вриндаван. Брахманди я према бхакти йога панчакара. Господь также поведал Браману, что он будет раздавать в этом воплощении ту прему, которую участвуют такие возвышенные личности, как Шанкара, Санкиртана Арамха, Амара Аватара. Господь также поведал Браману, что он зашел в эту Кали-йогу, чтобы установить Санкиртана Дхарму, проповедовать славу воспевания святого имени от дома к дому, затопить все Кришна премой. Так Махапрабху даровал свой даршан Браману и рассказал о цели своего воплощения, но также предупредил. Господь сказал Браману, «Я показал тебе свою восьмирукую форму, но моя аватара скрытая, поэтому не рассказывай никому о том, что ты увидел. Никому не раскрывай то, что сегодня произошло». Кешава Кашмир, например, услышал от Сарасвати, что Господь ее супруг, Нимай. Но также он был предупрежден никому не раскрывать увиденное. Сарабхаум Бхаттачарья, когда получил Даршан Махапрабху, также получил похожее предупреждение под угрозой того, что иначе чакра, оружие Господа Диск, накажет его. То есть сам Господь показывал свою форму, однако велел, пока он присутствует на земле, никому об этом не рассказывать. Но сейчас столько самосманцев, которые выдают себя за Бога, носят павлинье перо, например, в Арисе. Так много таких самозванцев. Где они сейчас? Все в тюрьме. Выдают себя за того, чье имя освобождают. Всех, а в итоге сами оказываются в тюрьме. А Махапрабху всем говорил наоборот, никому не провозносить его славу. В Гамбире, например, в Джаганатхапуре, преданные каждый день приходили, чтобы получить даршан Махапрабху. Однажды Бхакталок, то есть преданные, вместе со Шривасом, решили, мы каждый день повторяем Харе Кришна Махамантру, а сегодня давайте воспевать имена Шичинкананда Гоура Хари, восхвалять его. И все бхакты, преданные, начали повторять Шри Шичинандана Гоура Хари Ки Джай. Джай. Все вас хваляли Махапрабху, повторяли его имена, и так они, пришли в Гамбиру, поклонились Господу. Махапрабху был молчалив, услышав все это. Он спросил, что это у вас за киртан такой необычный? Каждый день вы повторяете Харе Кришна Махамантру. Каждый день вы повторяете Харе Кришна Махамантру. А сегодня что это за имена вы повторяете? Тогда Шривас Пандит сказал, о Прабху, разве возможно солнце, сияющее в небе, заслонять рукой, скрыть его сияние? Получится это? Нет. Подобным образом, разве можно скрыть твое величие? Кроме того, в это время подошли еще преданные из Бенгалии, тысячи, тысячи людей, и все они восклицали «Шичинандана Гоура Харе Ки Джай»,
славили Господа. Еще раз сказал, вот Господь, попробуй их всех утихомирить, чтобы все эти тысячи преданных не восхваляли Тебя. Попытайся. Так вел себя Махапрабху. Он никогда не говорил «повторяйте мои имена», но всегда наставлял «Иха, Джапа, Гия, Саба, Кория, Нирбанха». «Воспевайте святое имя, которое я вам дал», — говорил Махапрабху. «Повторяйте имена Рады Кришны». Почему? Потому что в Кали-йогу йога-дхарма — это воспевание имена Харе Кришна Махамантры. Шанкара сам сказал Парвати, что «Ити шалшаканамна». Запомните эту шлоку, потому что есть те, кто сейчас придумывают имена по своему усмотрению и повторяют их, выдумывают мантры и учат этим мантрам других. Но такой путь не является истинным, ведь имена, которые необходимо повторять, приводятся в писаниях, в Кали Сантарана Упанишад, в Нарадхе Пуране. Наш Гурудев Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж написал брошюру, в которой собрал из разных священных трудов высказывания о Махамантре и указал, что для каждой мантры своя мантра. Для Сатья-йоги Нараяна Парабида привел цитаты из писания в подтверждение этого. Это мантра именно для Сатья-йоги, не для Кали-йоги. В Трета-йоге другая мантра Харе Мурари. Для Двапара-йоги Харе Мурари Мадха Кайтабхари. Эта мантра уже ранее была записана для Двапара-йоги. В Сатья-йогу еще было провозглашено, что будут повторять Двапара-йога. А в Кали-йогу что нужно повторять? Харе Кришна Махамантру. Ити шадашакам намнам. Иначе ната нарата упая, нет другого пути к освобождению святой, к достижению освобождения. Для нашей йоги только Харе Кришна Махамантра предписана и никакие другие мантры. Такова мантра для Кали-йоги, благодаря которой дживы могут обрести враджа-прему и достичь Господа. Махапрабху, когда повторял Харинам, танцевал, пел, его спросили, что ты делаешь? Почему ты повторяешь святое имя? Иногда танцуешь, иногда смеешься. Махапрабху ответил, Гуру Мора Муркхадеки, Тумара Виданта Нахиадхикари. Махапрабху сказал, Гуру сказал, что я глупец и не квалифицирован изучать Ведантру. Поэтому Гуру дал мне Харе Кришна Махамантру, и с тех пор я повторяю ее всегда. Так Махапрабху сказал, что я возложил указание Гурудева воспевать Харе Кришна Махамантру на свою голову и следую ему. Совершая киртан, я словно обезумел. Когда я совершаю киртан, то я лицезрею Вриндаван, прекрасную Ямуну, дерево Кадамба, под которым стоит Кришна и играет на флейте. Он зовет меня. Я устремляюсь к нему, чтобы обнять, но Кришна скрывается и появляется в другом месте, зовет меня уже оттуда. Поэтому Махапрабху рассказал, что когда я повторяю Харе Кришна Махамантру, я вижу Вриндаван, Кришну, который стоит под деревом Кадамба и играет на флейте. Поэтому я иногда смеюсь, видя эти трансцендентные лилы Кришны, иногда плачу. Именно это подлинный плод воспевания святого имени Кришна Даршан. Кришна Даршан можно получить благодаря святому имени. Достичь Господа можно с помощью святого имени. Нет иного процесса. Кто об этом говорит? Шанкара Парвати, когда описывает мантру для Кали-йоги. Поэтому с твердой решимостью нужно повторять Харе Кришна Махамантру. Хорошо? Джай. Джай. Хари-хари-мам.